Так. Сейчас. Держи. А, то есть это будет еще эксперимент, да? Не-не-не. Ну-ка. А, то есть... Садишься. Ага. Задумаешь регулировать сдутием-надутием баллона. То есть полностью надувная конструкция, весь всего 3 килограмма. Можно с собой брать за город. Можно на разной высоте качать пресс. Как за городом, так и дома. Самое главное, что это травма безопасна, потому что да? Никаких но жестких элементов. Да, да, да. Сделаны в России в Санкт-Петербурге. Отлично. Какого человека выдержит по весу? Любого. Любого? Да, хоть 200 килограмм. И причем можно разной высоты делать, ага. Разные расцветки, разной ширины. Можно мышцы спины качать, то есть зафиксировать ноги сзади и качать мышцы спины. Это надувная скамья Смитта. Отлично. И получается, что ты сворачиваешь это все и можно с собой брать в путешествие, да? Конструкция получается. Блин, очень круто. А то. Ходить попробуй.